flag, bitch. Всем здорово, пацаны, с вами Айвен, и мы продолжаем играть на третьей смотре. Все как всегда, все описание ролика. А перед началом данного ролика я хотел сказать, чтобы вы подписывались на мою, конечно, страничку ВК, добавляли меня в друзья, а также по ссылочке в описании вы можете вступить в мою беседу подписчиков. А кто там уже был, так что давай, возвращайся туда, потому что я там пишу о своих стримчиках, там мемчики скидываем, делимся всяким интересненьким, так что давай, вступай. Что я хотел поговорить сегодня, я вам расскажу о том, как я, короче, продал свой один бизнес, второй я еще не продал, но, наверное, его продавать пока не буду, но хай будет у меня. Продал один бизнес. Так, вот скинул 3 миллиона. Теперь безу. Безу гол. Продать игроку. Все, 10 тысяч. Все. Супар, продай. 28, боялся? Боялся? Да, всем привет. Не боялся, он был уверен, но ладно. Продал свой Mercedes 210. Конечно, не очень хотелось его продавать, но и хотелось лично. Хочется уже какую-нибудь другую новенькую тачечку. Продаем. Продаем. Батова моего. Так не хочется расплаться на принес. Такой классный. Залям 200. Все. По идее, так все. Все правильно. Все. Удачи, пацан, ютубе. Бизнес второй не успел продать, потому что не нашел покупателя, и хотел вас кое-что спросить. Смотрите, у меня, допустим, сейчас на счету 9 миллионов, можно так сказать. 9 миллионов, и я не знаю, что купить. Лучше купить дорогую тачку, ну как дорогую, миллионов за 7, за 6, за 8, где-то так. Или лучше купить домик на 5 мест за 4, или сколько там, 4 или 5 миллионов, что такое здесь. Купить лучше домик и купить пару автомобилей. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите дом или тачка. Прям очень ваше мнение нужно. Потому что я не знаю, что делать. А так-то было пару стримчиков, работали, играли с подписчиками. Вот такое, короче, было. Пишите, о чем идейки вообще по сериям. Ну, с вами был Эван, такая вот мини-мини-мини прям сериечка. Всем удачи, пацаны, всем пока.